Приветствую вас. Ну вы, судя по тому, что я понял, вы прошли только медикаментозный этап. Вот. Но вы не прошли психотерапевтически. Вот. А психотерапевтический момент, это, в общем-то, очень важно, потому что, ну, просто медикаменты без психотерапии мало что дают, к сожалению. Вот. Поэтому я думаю, что нужна психотерапия. Вот. Это вот то, что очень важно. Именно психотерапия. Значит, смотрите, почему возникают панические атаки? С одной стороны, это страх, это некие подавленные эмоции вами. Вот. И, соответственно, через страх они таким образом дают о себе знать. Вот. С другой стороны, это защита, как и любой, в общем, страх. Ну, как любой страх, это вообще. А значит, речь идет о том, что вы себя незащищенно чувствуете. А вот. С его ряда причин. Каких причин? Только вот непонятно. Но, тем не менее, вы чувствуете себя незащищенно. И, соответственно, нужно смотреть, почему вы себя так чувствуете. Почему вы чувствуете себя незащищенно. Вот. То есть, грубо говоря, а в чем вы себя чувствуете незащищенно, в чем конкретно? Вот. То есть вы говорите, что, допустим, что вот вас напрягает музыка, вот, прочее, да? А вот. И, соответственно, вы видите угрозу себе, вот, для себя, вы видите в этом угрозу, вот. И, соответственно, необходимо вот определить, в чем заключается эта угроза конкретно для вас. Вот. Потому что вы чувствуете себя, ну, как бы в опасности. Вы чувствуете, что вам надо защищаться. Ну, происходит это во многом из-за того, что человек
не доверяют своим эмоциям, человек не доверяет своим чувствам, вот, просто. Человек не доверяет своим ощущениям, своим переживаниям, не выражает их, свои чувства, свои переживания, не выражает их. Вот. И, соответственно, возникает необходимость себя защищать. Вот. То есть я думаю, что вот как раз здесь один из основных моментов, на который нужно обратить ваше внимание. Вот. Потому что это важно. Вот. Вот, соответственно, то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить, вот. Как бы. Соответственно, здесь имеет смысл не гадать, вот, здесь имеет смысл не гадать, здесь имеет смысл работать с этим ощущением, да, с этим чувством незащищенности, которое у вас есть, с личными границами, которые, собственно говоря, и обеспечивают стабильность. Вот. Так что такой вот ответ. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.